Андерчель и Сирена из Сарыкая сталкиваются с трудностями в рейтингах своих новых сериалов «Совершенно другой» и «Семья». Оба проекта, хотя и успешны в группе АБ, не завоевали популярность у широкой аудитории. Андерчель и Сиренай Сарыкая – две успешные турецкие актрисы, которые в настоящее время задействованы в новых телесериалах. Ханде играет главную роль в сериале «Совершенно другой», а Сиренай в сериале «Семья». Оба сериала – это качественные проекты с интересными сюжетами и сильными женскими персонажами. Однако они сталкиваются с трудностями в рейтингах. Оба сериала демонстрируют хорошие рейтинги в целевой аудитории АБ, но не пользуются большой популярностью у обычного зрителя. Телевизионный критик Сина Кулулу отмечает, что оба сериала не смогли достичь желаемого успеха. Он считает, что они оказались несколько чуждыми для общей аудитории. В результате как «Совершенно другой», так и «Семья» демонстрируют хорошие результаты в группе АБ, но в категории всех зрителей ситуация выглядит не очень хорошо. В данный момент и Сирена Сарыкая, и Ханде Эрчель находятся в одинаковом положении. Несмотря на их популярность за рубежом, их сериалы в этом сезоне не привлекли турецкого зрителя. Возможно, дело в том, что они обе играют независимых и успешных женщин, которые не боятся отстаивать свои права. В любом случае, даже неудачи новых проектов не должны обескураживать поклонников звезд. Они обе талантливые актрисы, которые имеют все шансы на успех. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Также вы можете следить за последними новостями турецкого шоу-бизнеса в нашей группе в Telegram, ссылку на которую я даю в описании под этим видео.